Среди крупных технократов рассматривал среди известного советского математика-академика Виктора Михайловича Глушкова, который, будучи главой Межведомственного научного совета по внедрению вычислительной техники и экономико-математических методов в народном хозяйстве СССР, предлагал решить проблемы экономического развития страны не возвратом на рыночные, а по сути дела капиталистические рельсы, а через внедрение новаторской программы тотальной информатизации экономических процессов с применением единой системы планирования и управления, так называемая ЕСПУ, которая должна была базироваться на единой государственной сети вычислительных центров. Его идея поначалу была принята высших эшелонах власти. И в 1963 году вышло специальное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в котором была отмечена особая необходимость создания по всей стране единой системы планирования и управления соответствующих государственной сети вычислительных центров. Позже само понятие СПУ в официальных документах трансформировалась так называемый АГАС, то есть общегосударственная автоматизированная система планирования и управления народным хозяйстве. И на основании этого постановления по всей стране развернулась широкая работа по созданию нескольких научно-исследовательских институтов, в том числе и Центрального экономико-математического института в Москве. Одновременно предполагалось создать и единую государственную сеть крупных вычислительных центров, оборудовать а, их мощными электронно-вычислительными машинами, которые дали бы возможность гораздо более оперативно обрабатывать всю поступающую информацию и оптимизировать управление народно-хозяйственным комплексом страны. По замыслу Виктора Глушкова, эта сеть должна была состоять из двух ярусов. Значит, на первом ярусе предполагалось создать и объединить едиными каналами оптоволоконной связи около 100 самых мощных вычислительных центров, расположенных в крупных промышленных центрах и во всех экономических регионах страны. А на втором ярусе построить порядка 20 тысяч местных вычислительных центров, соединенных с первым ярусом такой же системой оптоволоконной связи. Значит, главная цель этого уникального проекта, который по своим масштабам ничуть не уступал ядерной и космической программам, состояла в том, чтобы, во-первых, по-ленински наладить постоянный и действенный учет за любой точкой гигантской советской экономики и во-вторых, свести к минимуму так называемый человеческий фактор и сделать экономику страны по-настоящему эффективной и прозрачной. С этой целью в главном вычислительном центре Академии наук СССР, в частности в Киевском... Институте кибернетики, руководителем которого и был академик Глушков, опираясь на исследование начальника ВЦ номер один Министерства обороны СССР профессора Анатолия Ивановича Китова, электронные цифровые машины, а также работы его коллег, в том числе профессоров Креницкого, Собелева и Липунова, уже в 1958-1963 годах был разработан, а затем запущен серийное производство мини-компьютер «Проминь», который затем стал базой для создания первого в мире персонального компьютера «Мир-1». Однако решающим аргументом против вот этой глушковской реформы стало то, что издержки на ее проведение, а это порядка 20 миллиардов рублей, по мнению самого Алексея Николаевича Косыгина, а также других – членов высшего советского руководства оказались существенно выше, чем цена так называемой рыночной или либерманновской реформы, поэтому выбор пал именно на нее. Кроме того, против Глушковской реформы, как это ни странно, особенно сильно ополчился глава... Центрального статистического управления СССР профессор Владимир Николаевич Тарковский, которого Академик Глушков довольно часто и предельно открыто критиковал за то, что его ведомство не внедряет передовые системы сбора и обработки информации, ориентирует свою работу на старые счетно-аналитические машины, не стимулирует развитие вычислительной техники и препятствует тому, чтобы информация становилась гибкой и оперативной.